Сегодня в Брестском горисполкоме прошла встреча руководителя города Сергея Лободинского с консулом Республики Казахстан в Бресте Айдаром Шалбаевым по случаю завершения его дипломатической миссии. Стороны отметили эффективное взаимодействие в различных сферах. Сергей Лободинский поблагодарил дипломата за службу и подчеркнул, что он всегда может чувствовать себя в Бресте как дома. Наши страны – давние надежные партнеры. Государства связывают крепкие политические и экономические связи. Не скажу, что я прям достиг каких-то там достижений больших, но, по крайней мере, не уронили мы планку нашего сотрудничества. Более того, я скажу, что в этом году мы подняли статус нашего консульства, оно стало генеральным, соответственно, как бы больше функционала, больше ответственности. Вот. Приедет мой преемник, передам ему дела. Есть у нас планы по поиску, установлению побратимских отношений с одним из региональных центров Республики Казахстан. Вот. На одной из встреч вообще прозвучало, скажем так, предложение посмотреть возможность организации прямого авиасообщения Бреста с Казахстаном. Вот. Но тут тоже надо смотреть, думать, какой регион, где, что, как. И не только, скажем, рейсы, чтобы выполняла белорусская авиакомпания «Белавия», но и привлекать наших казахстанских авиаперевозчиков. Дипломатическая миссия Айдара Шалбаева длилась 4 года. За это время дипломат полюбил Брест как родной. Брест оставил в моем сердце очень хорошие впечатления, не только как бы само месторасположение, история города. Ну, это, конечно, важно обязательно, но прежде всего это, наверное, люди, которые здесь живут. Ну, очень комфортно было идти это время провести здесь, ну, не провести, поработать здесь, но в то же время и провести, скажем так, да, потому что работа и отдых же, они где-то идут рядом. Дорогие жители города Бреста, передаю вам пламенный привет, хочу пожелать вам всего самого наилучшего. Любите свой город, относитесь к своему городу как к своей семье. И город вам отплатит тем же. Большое спасибо.